Сейчас я нахожусь в музее собак. Вот. И ну, у меня дочка, в общем, сейчас в детском саду. И у меня до 11 часов есть время. И, в общем, возле детского сада находится музей. И я вот решила побыть в музее, посмотреть природу. И все-таки сейчас я... вот это вот красивое растение. Это огромное растение, называется алоказия. Вот. Там дальше диффенбахия. Посмотрите, в каком избытке она тут, в некоторых азиатских странах она может расти. Ее тут достаточно много. А в России и Украине она растет только в офисах, в таких вот богатых домах. А тут вот даже кому надо, тот покупает или просто с корнем рвет. В общем, тут достаток. А у нас в стране, конечно, оно растет в офисах. Слышите, птички поют. Я на это тоже обращаю внимание, когда хожу, гуляю. То листики, то семена разные всякие интересные. То фрукты. Вот сейчас фрукты выбросили, я стою такая и смотрю. Вроде таких никогда не видела. Вроде видела, но они очень маленькие. Поэтому думаю, взять семечко или не взять семечко. Стою такая на морозе и думаю. Вот. Природа, вот бананы, пальмы. Вон. А это вот у нас аборигеновские домики. Или домики аборигенов. Это они строят из бамбуков, из листьев камыша, из бамбука листьев. Вот прошивают так. Смотрите, они на сваях. Это они делают потому, чтобы всякие там пауки, всякие змеи, они не пролезали. Если дом будет строиться на низине, то будут пролезать всякие змеи. Поэтому они, мудрый народ, они взяли вот на досточках и сконструировали, и вот построили повыше, чтобы никакие змеи туда уже не пролезли и не запрыгнули. Вот. Сейчас эти дома завалились, белочки бегают, видите, белка бегает. Да, белочка? Белочка. Тут природа дикая. Видите, как красиво. А все равно она красиво. И вот эти кудряшки я видела. Вот, видите, какие кудряшки. Значит, досточку беру, стесывает, стесывает. В одном месте, в другом, в третьем. И оно получается как копье такое красиво. Смотрите, видите? И вот когда какой-то праздник, вот эти аборигены берут в торговые центры. И ну так смотрится красиво, ой. Всякие там поделочки из банановых. Кто там? Это кто там? Ящерица лазит? Да, ящерица, гигантская ящерица лазит. Как белки прямо. Ой, природа тут вообще, зашибись. Так, ящерица, я в одну сторону, ты в другую, я не знаю, где тебе смотреть. Вот. Всякие завитушки с бамбуковых листиков так понаделают, вроде как просто и очень красиво. Вот, видите, вот такие красивые домики. Вот иногда люди сидят, там вот аборигены, там что-то плетут из бисера, вяжут, и сразу там же и продают, и учат, уроки дают по бисероплетению, по красивым их этим колье, у них очень красивое колье. Они дают уроки, как плести, как вязать. Все, что они умеют, они дают уроки и свои изделия же продают. Там же вот в этих вот сваях, в этих домиках. Ну, этот домик разваливается. Но он такой красивый. Лучше, чем вот эти два. Видите, ну, конечно, наши бы сказали, мы бы хранили тут курочек, курятник. Ну, раньше вот люди вот так вот жили. Видите? Люди вот так вот жили. Тут такая дверь у них была. Вот, видите, вот пол какой бамбуковый. Двери все из стесанного бамбука. Второй этаж. Третий там. Где-то фрукты хранить или овощи. Или яйца. Вон, видите? Вот так вот люди раньше жили. Хотя и сейчас тоже живут. Где-то там далеко в лесу. Они не очень любят цивилизацию, цивилизованный мир, все такое. Вот эту технику цивилизованную, поэтому есть народы, которые также вот предпочитают
свои вот такие вот домики, они не любят современность. Вон, видите, даже счетчик стоит, ну, современный, конечно. Потому что как-то надо вентилятор тут, если сидишь, то очень жарко. Поэтому, ну, видите, вон там такие красивые корзинки, мне вот так они умиляют. Там была корзинка, там они вот яйца или курей держат, держали. Сейчас тут никого нет. Ну, видите, все, короеды поели. Вот, очень красиво, мне так нравится. Я тут один раз была в другом месте, в другом домике. Вот, и там я бисерные браслеты покупала и хотела на уроки бисероплетения ходить. Но так не дошла, потому что не было времени, никто меня не возил. А теперь у меня есть повод. Дочка в саду, а я в музее. Тут больше времени. А вон сейчас я вам покажу. Вон, видите, какой-то кустик. Я думаю, это лайм, а это не лайм. Это у нас какой-то вид гуавы. Видите, это гуава. Вот, еще зеленая, она маленькая. Ну, я сорву, мне интересно. Она внутри белая. Я люблю, когда она внутри розовая. Она вкуснее так. Сладенькая. Это так. Деревянный, как сибирский валенок. А вот это вот сейчас покажу вам, как растет сахарный тростник. Вон, видите? Ой, ой, какой дом. Шикарный. Ящерица он бегает. Белки бегают. Хвост ящерицы сейчас потяну, она упадет. Вот. Вот это так растет сахарный тростник. Это он еще молодой. Есть высокий, и ствол у него толще. И из его ствола добывают сахар. Делают тростниковый сахар. Вот так вот он растет. Вот, а это вот алаказия. У моей сестры сейчас такой растет. Я вот боюсь, до таких размеров дорастет и на потолок пробьет. Еще больше даже бывает. Ой, а там такие деревья. Там так красиво. Такие стволы величественные, толстые. Всякие висюльки висят с него, лианы. Вот. Тут под ногами вон какие-то растения интересные, я даже не знаю названия их. Вон, всякие ягодки вон трусятся. Листья. Это, наверное, вонючий манго. Мой любимый. Я уже когда в Тюмерло жила, вот с таких вот манго, я это манговых деревьев, я манго собирала и кушала. Они вонючие. Муж ругается, много не ешь, там пятнами покроешься. Ой, да ладно. А там вот вдалеке, я только что оттуда, там лотосы розовые и белые цветут. Вот. Там тоже домики, наверняка там уже люди сидят уже. Я не буду, наверное, заходить туда. Что-то я такая дикая, не знаю. Вот. Вот такое дерево высокое. Такие домики шикарные просто. Ой. А это дерево этого мангустин. Нет, не мангустин. Этот рамбутан. А это вот кусты. Вот пытаюсь всю маме отправить свои, никак не получается. Это кусты лимон травы. Даже вот понюхай. Да, это лимон трава. Пытаюсь своей маме в Россию отправить, пока безрезультатно. Вот. Это такие домики. Наверняка же там люди сидят. Вон там потолок такой. То есть крыша. Видите, как они строили? Вон так строят они. Бревны сложили, заправили, чтобы она не свалилась. А вон какие ступеньки. А это вообще, смотрите. Смотрите, вон какие ступеньки. Это ж кто ж по них пойдет, а? Свалиться только так. Вон. Видите, как открыто. И вот такой вот домик. Ну, там никого нету. Зря я боялась, там людей нету. Вот. Так вот заходить домой. Ступенек нет, только вот такая вот лестница. Какие домики. Что-то сегодня выходной, наверное, людей нету. Обычно много сидят, такие бисер плету там вяжут. Сейчас что-то не знаю. Видите, как красиво, двери какие красивые. Она закрывается еще. Красота.
Рума Ранау, Ранау Хаус. Ранау – это у нас город в горах. Поэтому Рума – это у нас комната, если я не ошибаюсь. Рума – комната Рума. То есть комната Рума, Ранау. Видите? Интересно. А это вот, как на Украине, старые домики. Это вот все бамбуковое. Ой, как красиво, боже мой. Это какой человеческий труд. Все руками, никакой, ни машина, ничего. Смотрите. Это все бамбук. Вот, бамбук. Это вот тоже вот форточка. Как она закрывается? Просто досточка берется, подставляется. Тут бамбуком тем же перевязывают и такую форточку делают. А крыша, она из бамбуковых и пальмовых листьев. Вот такая. Еще и прошивается она там все, крыша. Красота. Такая вот красота. Вот люди до сих пор в таких вот живут. Шикарный дом. Дом дышит еще такой. Из щелей воздух лезет, поэтому есть чем дышать. И вот такой вот ступеньки срубов. Сегодня народа нету. Без них как-то хорошо, тихо, спокойно. Видите? Рума Пинампанг. А, я поняла. Вот это Пинампанг, это мой район, там, где я раньше жила. И каждый, кто будет арендовать на, ну, в общем, на продаже своих там изделий, да, вот, это Пинампанг, это район. Так что у каждого района есть свой домик. Если кто хочет продавать или учить, вот, когда праздники, людей больше, вот, и из районов, из каждого района люди приходят, и они сидят. Тут продают свои изделия из каждого района. Вот Пинампанг – это район. И вот они вот арендуют этот домик и продают свои изделия. Интересно. Там еще что-то шуршит, боюсь, на собаку не напороться. Вот такой вот домик и красивый. Это вот у меня есть время погулять тут. Шикарненько. Сейчас я, наверное, наверх пойду, куда-нибудь туда, на горку, посмотрю, что там есть еще. Какие-то кабаны тут бегают. Ящерицы огромные. Как белые вообще бегают. Как кабаны тут. А, ящерицы, да, я вижу тебя, вижу, хвостатые. Ящерицы. И вот так вот красиво тут. То я пришла и не пожалела. Такие там пальмы прям. Красиво, такой вид.